Всем привет, ребята! Это очередной подкаст. Я уже решил их делать на ежемесячной основе, так как так проще доносить до вас информацию. Плюс, будете следить за прогрессом хотя бы каким-то образом, да, потому что далеко не у всех есть столько времени, чтобы следить за всем, что выходит сейчас на канале, да. И вот такие видео, мне кажется, полезными, потому что вы, понимаете, что за движ сейчас происходит на данном канале, да? Давайте, наверное, с небольших итогов начнем. Итак, закончилась у нас Байонета, все, байка закончилась. Конечно, на самом деле, особо людям не интересно было, как-то что-то не очень хорошо она пошла, скажем так. Но есть еще надежда, что в период выхода Байонета 3 интерес народа возрастет, и я смогу сделать Байонету 2. Я хочу ее сделать перед релизом третьей части, и от успеха второй Байонеты станет понятно, стоит ли делать третью часть, поэтому, кому интересно, будьте активны, а там уже будем смотреть. Просто, опять же, заведомо невыгодные проекты мне делать не стоит, это очень сильно влияет на канал, падает статистика, канал, скажем так, вообще не появляется в рекомендуемых, ролики не появляются в рекомендуемых, никто их не смотрит, и это только наносит урон тому, что я делаю. Кроме того, мы продолжаем проходить Dark Souls 2, серии продолжат выходить, сейчас станет их гораздо больше. Я пока что в ближайшее время повышать количество проектов не собираюсь, я сейчас именно сконцентрируюсь на завершении текущих. Не хочу их растягивать, да, поэтому серии будут выходить. Мы уже почти у финала, там осталось буквально немного. Если мы говорим про сюжетную часть, то там осталось прийти только к трону, одолеть боссов и на этом все кончится. А если мы говорим про DLC, то в первом DLC нужно убить двух боссов, во втором DLC нужно убить трех боссов. И в третьем DLC нужно убить трех боссов. То есть, по сути, у нас самая большая часть, оставшаяся, это именно DLC. Плюс в основе у нас остались кто? Дарклуркеры. И у нас остался древний дракон. Я тоже попытаюсь его убить. Мне просто интересно, сколько душ мне дадут за его убийство в этой модификации. Модификация отличная, на самом деле. Прям довольно сильно она изменилась с релиза. Стало значительно веселее и бодрее. Интересно было наблюдать за развитием. Вернулся Hitman 2, многие просили, просмотры есть, конечно, ожидал я больше отдачи, но в принципе пойдет, скажем так, мы тоже уже там у финала, по сути у нас из основной кампании осталось всего две миссии. Следующая миссия выйдет одной большой частью, она очень прикольная, я там побродил, уже поизучал, чтобы вы понимали, я в Hitman наиграл уже, наверное, часов 200, если не больше, и я так и не прошел, и по сути следующую миссию я только впервые начал играть. У меня там уже, не знаю, какой там уровень, 177, а я до сих пор не играл в последние две миссии, только сейчас сажусь вот за предпоследнюю. Но помимо сюжетных заданий, там есть еще и два дополнения. Они в двух дополнениях добавили две локации новые совершенно, и поэтому, скажем так, всего миссии 4 осталось. Но вот я одно могу сказать, что типа получается, серии будет не 4, чтобы вы понимали, вот следующая миссия будет одной серией, а вот последняя в сюжетной кампании, там, наверное, придется делить на две серии, так как вроде там все непросто, скажем так, в плане локаций и целей. Вот, а что касается двух допов, там я не знаю, какой масштаб у этих заданий, так что будем смотреть уже ближе к релизу. В любом случае, прохождение подходит уже к концу, тоже просто нужно мне больше времени на подготовку. Нужно сначала изучить всю локацию, попробовать все убийства, поэкспериментировать. А чтобы вы понимали, там не так все просто. Если вы думаете, что все убийства написаны у вас в меню, в разделе сюжетные задания, вы заблуждаетесь. На самом деле, там гигантское количество интересных убийств скрыто, и нужно искать все самому. Например, как убийство с поездом. Убийство с поездом в миссии в Мумбаи вообще нигде не значится. Это нужно искать самому. И вот за это я Хитмана очень люблю, потому что тут именно поощряется творчество, если это можно так назвать. В общем, следующая миссия будет тоже веселой. Скоро ждите. Tales of Arise продолжит выходить, в ближайшее время я увеличу количество серий в неделю выходящих, просто, скажем так, сейчас завалы такие, что больше одной серии не получается сделать, там просто еще озвучка комбинированная. Сейчас объясню, в чем разница. Часть я озвучиваю во время записи серии. Это ускоряет процесс выпуска серии, но понятное дело, что, скажем, порой озвучка сильно скачет в плане качества. Если делать как Final Fantasy 7, то есть сначала записывать серию,
серию, а потом это все начитывать и озвучивать, тогда серии будут выходить еще реже. Поэтому пришлось пойти на такой шаг, слегка пожертвовать качеством, но при всем при этом серии выходят чаще. И отдельно хочется отметить качество перевода Tales of Arise. Я такого позора не видел уже давно. Написано отвратительно, переведено отвратительно, редактора там и близко не было. В тексте полно ошибок, полно тавтологии и вообще много всякого дерьма, которого там быть не должно. Я не знаю, если бы я садился бы делать какой-нибудь разбор переводов, я бы сделал на Tales of Arise, и вы бы там просто охренели от того, сколько всего теряется. Чудовищная работа, и те, кто занимались этим переводом, они в принципе больше не должны прикасаться к переводу чего бы то ни было. Нигер Репликант. Последняя серия выходит, ребята, уже вот на этой неделе. Если все получится, то серия Нигер Репликант последняя выйдет, ну не последняя серия, но финал первый, выйдет в субботу. Потом я буду выпускать уже дополнительные финалы. Постараюсь ускорить процесс производства и опять же, да, все это постараюсь закончить до конца года. Не хочу тянуть проект этот в следующий год уже. Теперь немного про такие, да, планы уже подальше. Смотрите, в закрытой группе появится первый сезон Vampire The Masquerade Bloodlines. Первый сезон будет состоять из 10 серий. И выйдет он, предположительно, на следующей неделе уже. Чтобы получить к нему доступ, к этому прохождению, я имею в виду, нужно подписаться платно на сайте Boosty. Таким образом, вы поддерживаете канал, не позволяете ему закрыться, за что вам огромное спасибо. И вот в качестве благодарности, вот там такие вот бонусные прохождения появляются ежемесячно, ребята. Ну, там, за редким исключением. Поэтому при соединяйтесь к тем, кто поддерживает, и смотрите интересные прохождения, которые там тоже появляются. Кроме того, на замену Bayonetta я сейчас сделаю Devil May Cry 3. Я не просто так упоминал именно об этой части DMC, когда проходил Bayonetta, так как там действительно я, ну, сравню подход разработчиков Devil May Cry 3 и подход разработчиков Bayonetta, и покажу, в чем DMC 3 превосходит Bayonetta. Там есть как бы что ругать, есть моменты очень-очень не очень сделанные, и которые были сделаны в той же Bayonetta лучше. Но опять же, довольно интересное будет именно такое сравнение. При всем при этом, проходить я буду на сложности Dante Must Die. Это, по-моему, самая высокая сложность в игре. А я сейчас уже прошел, получается, на средней сложности игру, на высокой сейчас вот заканчиваю, и вот Dante Must Die откроется вот сразу после сложной. А как только я, ну, закончу прохождение на сложном режиме, да, я начну запись прохождения, поэтому, ну, подождать нужно еще примерно неделю. Кроме того, завтра ждите ролика про Elden Ring. Если YouTube опять все не испортит, то ролик появится где-то, ну, может, там через 2 часа после окончания первого тестирования, которое, по-моему, начнется в то ли в 13.00, то ли в 14.00 по Москве, и продлится 3 часа. Все 3 часа, скорее всего, я записывать материал не буду, я планирую на так, ну, типа, сделать ролик там час-полтора максимум, да, я хочу в спокойной обстановке посидеть, разобраться, там, да, чё почём, что как, зачем и почему, вот, и выкатить видео с мнением касательно того тестирования, да, а потом, смотрите, по Elden Ring будет еще и трансляция, которая пройдет в воскресенье, если опять же не будет проблем с серверами со стороны From Software. Отдельно хотелось бы отметить некую несправедливость, да, ролики по тестированию Elden Ring уже начали выходить, многие блогеры получили доступ значительно раньше, кроме того, они совершенно не ограничены во времени. Они вот все это время могли играть в любое время, заходить там и спокойно проходить. Кто-то даже наиграл уже 70 часов. И просто, ну, это на самом деле очень странно, потому что закрытое тестирование всегда было как бы, ну, мы все были в равных условиях и могли как-то поконкурировать. Тоже вспомнить Dark Souls 2, Dark Souls 3. А теперь нет, даже вот к раннему доступу есть ранний доступ, и ни о какой конкуренции речи быть не может в принципе. Кто захотел уже, понимаете, посмотрел ролики от других, и по сути у них было больше времени, чтобы ознакомиться с проектом, и какая тут может быть в принципе конкуренция. Ну, короче, это жуткая несправедливость, конкуренция на YouTube абсолютно мертва, те люди, у которых огромная аудитория,
они продолжают расти. Причем, ну, потому что они все время в топах. А каналы поменьше вот вообще почти не растут, потому что они теряются за вот роликами крупных каналов. Вот это просто, ну, полный дебилизм. Как ты не старайся, как ты не старайся сделать лучше, нихера у тебя не получается, да? Кто-то скажет, но они же добились, ну, типа, популярности сами, там, без чьей-то помощи. Это очень глупое заявление, по той причине, что вы, наверное, не застали период, когда все это только появлялось. На YouTube в Русекторе, том же самом, ну, скажем, конкуренции тупо не было. Там вот кто успел, первый пришел, начал делать, до сих пор эти самые люди продолжают делать контент. Причем он такой же, просто они почти не меняются. Но так как они тогда выросли, да, то есть народ шел смотреть на них. И они, понимаете, в поисковой выдаче наверху всегда, люди обычно там, ну, не листают страницы, не ищут подходящий контент. Они видят первые строчки выдачи, понимают, что это, наверное, самое лучшее, что есть, и начинают смотреть. Все, их больше ничего не интересует. Вот повезло им в самом начале, то есть там даже речь не о таланте. Просто повезло, кто-то раньше начал, и вот, пожалуйста, результат. Теперь они все время на коне. Система так работает, что они все время будут оставаться на плаву. Опять же, никто не отменял накрутку. Накручивать можно как подписчиков, так и просмотры, так и рейтинг, так и комментарии. И получать заказы от рекламодателей. Плюс ты все время будешь в поисковой выдаче на первых строчках, понимаете? То есть система сама по себе мудацкая. И вот эти вот, скажи, тебе скажу, ладно, там каким-то журналистам раздать, да, там заранее, там, каким-то, там, не знаю, там, ну, просто, грубо говоря, там, ДТФ, там, я не знаю, игромания и так далее, это совершенно другой сектор. А другое дело, когда, ну, опять же, вот, среди блогеров поощряется эта хрень. То, что каким-то вот именно крупным блогерам раздали сразу, и, типа, занимаетесь чем хотите, другие не получают ни хрена. И поэтому, в принципе, никакой конкуренции вот в этой сфере быть не может. Вот я о чем говорю. И эта ситуация печальная, поэтому остается полагаться только на вас и на вашу активность. Потому что, в принципе, автор, вот типа, ну, с каналом размером с мой, да, ничего не остается больше делать. Я ничего в принципе не могу сделать. То есть я могу только сделать, стараться качественный контент, интересный, и все. Больше я сделать ничего не могу. Ни связаться с издателями, никто ничего мне не даст, потому что канал недостаточно большой для них, им это просто невыгодно. Ничего не остается. Так что, ребята, будьте активны и поддерживайте. Мое мнение не купите, я не продаю рекламы, и только вот существую за счет поддержки финансовой общественности, и поэтому стараюсь быть всегда максимально честным с вами. Так что, ребята, будьте активны, конкуренции нет, и что бы я ни делал, я уже на YouTube, в принципе, ничего добиться не смогу. Просто ничего, это невозможно. Просто это работает не так, как многие себе представляют. Далее, про LA Noire. Все нормально, ребята, там процесс идет, не стоит на месте, но релиз я сдвинул на декабрь, слишком много работ в последнее время, плюс тут свои какие-то есть проблемы, поэтому, ребятушки, подождите, будет круто, я планирую сделать прям лучшую озвучку, которую я, в принципе, когда-либо делал. Я такой озвучки еще не делал, и я там очень не кисло так поправлю перевод. Уберу цензуру, перепишу текст, потому что написан текст херово, и перевод там на самом деле говно. Так что я все сделаю, и будет прям четенько. Это будет именно игрофильм. То есть такое игровое кино типа Якудзы. Про Якудзу, кстати, тоже отмечу третью. Опять же, пока сдвинул чуть дальше. Я планирую закончить сейчас пока что Ньер, репликанты, да? Чтобы, ну, эти проекты друг другу не мешали, и чтобы потом Якудза выходила быстрее, я решил ее пока что сдвинуть. Когда она выйдет, я не знаю. Скорее всего, уже в следующем году. Так что извиняйте. Ну, не получается просто никак. Слишком большой объем работы. Отдельно хочется отметить, что сегодня еще должно появиться видео по Скайриму. Посмотрим, что там наделали в Anniversary Edition. Я его купил. Там, получается, было бесплатное обновление с Special Edition. И Anniversary покупается отдельно за 1400. Так вот, посмотрим, что там вообще в этом Anniversary Edition добавили-то. Что я купил-то, хоть разберемся. И это все выйдет после этого подкаста, там, может, спустя несколько часов. Вот такие вот пироги. И последний момент, который хотелось бы отметить, это про стримы. Стримы по Bloodborne и Богу войны продолжатся на следующей неделе. На этой не получается ничего, опять же сейчас завал, Elden Ring и так далее. Так что, ребята, давайте на следующей неделе мы это все продолжим. Стримы получаются офигенные, мы там вообще отлично сидим, болтаем на разные интересные темы и, в общем, весело проводим время. Так что подписывайтесь на Twitch, там по средам и воскресеньям сейчас стримы.
стримы. Я не знаю, как долго я смогу придерживаться такого графика, это непросто, учитывая, что, опять же, есть работа и другая, да, там, переводы, озвучки, и не всегда мне удается. Но на следующей неделе я постараюсь все же провести 2 стрима, один по Bloodborne и второй по Богу Войны. Так что, ребята, подписывайтесь на Twitch и на соцсети, чтобы не пропустить анонсы и сами трансляции. Ну, вот такой подкаст вышел, я все, что хотел сказать, сказал, а информацию вы получили. Спасибо, ребята, что смотрели, ожидайте ролики, подписывайтесь на соцсети, чтобы ничего не упускать. Ну и не забывайте поддерживать канал рублем, это помогает ему не закрыться и развиваться. Впереди много всего интересного. Всем пока!